Международный день детской книги был учрежден в 1967 году. Праздник отмечается в день рождения Ганса Христиана Андерсена. Так люди отдают дань уважения великому сказочнику, создателю волшебных историй для детей. Книга играет очень важную роль в жизни любого ребенка, и поэтому этот праздник, наверное, совершенно не случайно отмечается во многих странах мира, которые заинтересованы, чтобы их маленькие граждане читали. И, конечно, наша детская библиотека, если бы не случилось вот таких форс-мажорных обстоятельств, к этому празднику обязательно бы присоединилась, потому что у нас есть огромная возможность предоставить современным читателям самые разные книги, в том числе и книги в современных форматах. Сотрудники библиотеки следят за последними тенденциями в мире литературы и стараются удивлять своих читателей самыми яркими новинками. Кроме того, в библиотеке действует акция «Книга-дар». Благодаря ей, в том числе, удалось пополнить фонды интерактивными книгами для самых маленьких. Сегодня это направление интерактивных именно книг развивается очень активно. Но в первую очередь, конечно, они рассчитаны на детей более младшего возраста, потому что мы понимаем, чтобы дети в таком возрасте читали книжки, их нужно увлечь, а увлечь их чаще всего можно сегодня с помощью игры. Поэтому появляются действительно книжки разной формы, книги, которые дают возможность ребенку чему-то научиться. Например, книжки, которые помогают ему научиться завязывать шнурки и застегивать молнии. По мнению библиотекарей, самые необычные книги – это книги с дополненной реальностью. Это комбинация классического произведения с виртуальными компонентами. Эти книги превращают чтение в захватывающее занятие с элементами игры. Конечно, наверное, самые интересные книги для современных детей – это книги с продолженной реальностью, которые сочетают в себе традиционный книжный формат плюс какие-то очень интересные для детей компьютерные технологии, которые помогают им, читая книги, например, выходить в интернет, что-то одновременно делать с прочтением книги. Конечно, мы понимаем, что современные дети, они не могут сегодня без цифровых технологий, и наши издатели идут в ногу со временем. В детской библиотеке всегда подскажут, где найти нужную книгу, расскажут об электронных библиотеках, проинформируют о интересной литературе и познакомят ребят с новыми детскими писателями. В дни самоизоляции сотрудники библиотеки приглашают читателей принять участие в акции «Пушкинка дома». Все желающие смогут на расстоянии участвовать в интерактивных мероприятиях библиотеки. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.